Ну, все-таки, наверное, какая-то волна вот пошла, свежая, не хватает немножко дождя, но зато вот такие вот, прямо вот вообще, вот, только-только стали ползать такие красавцы. Из-под листвы, из-под. А он, кстати, еще вот один я пропустил. Вон он, побольше немножко. Пойду за ним схожу. А вот рядом совсем, смотрите, опять же вот подтверждает мое предположение, что грибы только-только вот начинают идти. Вот беленький, в таком вот миниатюрном размере. Но это круто, таких вот можно замариновать. Замечательно. Где тут был гриб? Я пропустил. А вот он. Ну, я думаю, он тоже неплохой. Вот. Можно взять. Да, тут просто надо внимательно ходить. Или даже так листву эту разгребать. Под ней наверняка там что-то есть. Ну ладно, смотрим. Внимательный. Дальше идем.